Там маленькие птички, да? Ничего себе. А, вот птичка. Ого, сколько здесь бабочек летает. Ничего себе. Вот бабочка полетела. Вот бабочка летит. Бабочка летает. Она же живая, ничего себе. Ну, жарко, мы тут долго не в этой компании даже не видим. Какая птичка красивая, да? Я хочу ее посмотреть с другой стороны. Мам! А тут что, змея? Ну да. Это чтобы бабочкам было веселее тут жить. Кусается? Ой, смотрите, как бабочка тут летает. Вот, видите? Вот, смотрите, птичка в Юсоник. Ну, птичка такая есть, разноцветная. А где она? А вот она сидит, вон. А, уже улетела. Теперь другая птичка. А почему они такие острые? Это же никому нет, они уже вылезли. Видишь, какой пирожок? Вот бабочка. Посмотри! А что? А, это же бабочка сидит! Глаз тут еще есть! Да, только не трогайте ее, их нельзя трогать. Там еще есть глаз упила. Там упила. Глаз, посмотри, баба. Посмотри. Да есть картинка даже. Ну, то страны. Да, картинка в форме глазика, да? Батя, кажется, она.
мам, только тут одни бабочки, я хочу тут уйти уже. Тут одни бабочки и птички. Ну, так мы пришли посмотреть на них все же. Нет, хочу что-то другое посмотреть. Пойдем на птичек посмотрим тогда. Нет, хочу посмотреть что-то другое. Я же курдень смотрю бабочки. Ну, а посидим еще посмотрим. Нет, мам! 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 Давай, пойдем уже отсюда. Я уже представлю себе бабочки. Три. Бабочка сидит на тебе. Она тебя полюбила. Ты ей очень нравишься. Давайте тоже посадим. Максим, не бойся, это бабочка. Нет, ты боишься? Ой, смотри, на тебе еще бабочка. Вот она на тебе сидит, видишь? А другая улетела, а эта сидит, видишь? Ты посадите на себя? На него лучше не надо, он может спугнуть там ее и так далее. Бабочка, посади, папа. Мамочка, иди сюда. Бабочка на Ксюшу села, смотри. Бабочка на Ксюшу села, она ей очень нравится. Ну, что она тебе говорит, Ксюш? А? Ничего. Ничего она мне не говорит. А может быть, она что-то хочет сказать? Максим, я пугаю ее. Не надо. Да. Ой, она теперь на маме. Ничего себе. Я хочу ее посадить себе. Пойдем. Это мама. Вот такая жизнь, она самая долгоживущая бабочка. А можете на меня ее посадить? 2 месяца живет. Оп, не хочет. Ну давай, давай, садайся. Смотри, Ксюш, на мне тоже бабочка. Давай маленькую, нормально. Улетела. Ой, Максим, на тебе что, бабочка сидит? О, ничего себе. Тебе не страшно? Все, она сейчас улетает. Она улетает, Максим, не бойся. Она не кусается. У них зубов никаких нету, бабочек. У них только есть хоботочек, которым они могут пить сок, и все. Они не могут себе ухватить, это же не крокодилы. Она на полу была. Понравились тебе? Ну, хорошо. А мне не знаю. Вот, вот эти голубые самые красивые бабочки, говорят, в мире. Да, самые красивые бабочки. Это священные бабочки, крепче дети считают. Такая бабочка вся эта пчела, это нужно желание прогадывать. Этих бабочек вселяется души наших предков, они могут довольно сносить наши желания. Красивая история. А вот эти птички разноцветные, они используются в логотипе ViewSonic. Да? Не знали? Нет. Ну, есть такая фирма, мониторы делает. Ага. Это Амадин и Гульда. Это все Амадина. Яркие вот красные головы. Это Амадин и Гульда, все остальные зебровые Амадины. Там еще есть японские Амадины коричневые. Нет, вот там батика. Тихо-тихо, не трогай. А что? Вот с белыми. Нравится тебе с белыми? Нет. Ну, пусть папа тебе купит. Ну, вот красивая вот
Фиолетовая красивая. Ну ладно, я покажу. Ты что, хочешь колечко, Ксюш? Да. Да, так померь, они все разного размера. И какой ты хочешь? Нет, я хочу вот это. Это для больших пальцев, Ксюш. Вот это, вот это. О, смотрите, какая бабочка. Это у нас... А, у нас такая есть. Это белое колечко, бери колечко. Можешь вот эту штучку взять? Это же для вас. Ну ладно, когда? Колечко и вот это. Нет, одно, что-нибудь одно. Ну ладно, колечко. Пойдем на путь, посмотрим, как дальше.